Новое арт-пространство «Вместе» открыли в Магадане. Сегодня там размещена выставка картин профессионального художника Натальи Птицы. В двух залах разместили около 100 творческих работ. Это картины маслом с изображениями достопримечательностей и природы Колымской столицы, яркие натюрморты акварелью и изображения архитектуры в стиле графика. На рамках одной выставки основатели арт-пространства не остановятся. В планах целый ряд творческих проектов. Здесь у нас еще будет много всего интересного. В целом пространство мы хотим использовать как творческое. Мы хотим, чтобы здесь были квартирники, поэтические вечера, какие-то музыкальные вечера. Мы хотим, чтобы здесь постоянно были выставки, чтобы здесь были и художники другие, и фотографы. Также мы хотим здесь проводить такого рода интеллектуальные вечеринки. Арт-пространство «Вместе» находится напротив кинотеатра «Горняк» по адресу улица Ленина, 22/2. Вход бесплатный, и на протяжении всего дня там рады гостям.